чути маршруты, они прут меня лес пяти. Чутки органы правосудия, тут уже все продумывают. Если вдруг задумал что-то суети, и тут мне шепнут эти трамвайные пути. На том ли мы пути, и стоит ли туда идти, смогут ли эти люди, пусть не дойти до сути, но хотя бы вник в то, что хотим донести. Но пока будет хоть какая судья, мы там убить будем и что-то новое мутить. Ведь мы так любим дуть рядом с Путиным и рэп придумывать о том, как мы любим жить. Но я абсолютно один, к этой минуте я жду, пока когда отпустят судьи и поймут, как он нужен тут, на этой судьи, как ждут его эти трамвайные пути. Пускай здесь ходят, как хотят, Лира переулок, наша марка, центр. Пускай их топчат, на них глядят всю жизнь на свободе, прогулки по темным аркам. Мы не пропастим никогда, никогда. Ее Москва, поднимите руки вверх! Пойми эти стихи, буду тут всегда. Эй-йоу, буду тут всегда. Сердце посажено, печень нахуй послана. За головой стараюсь ухаживать, но походу поздно. И так важно однажды не проснуться взрослым. Так важно однажды не закрыться от взрослым. Да, мне жизненно необходимо. Эта картина за окном, и эта комната полная дыма, пластилина с никотином. И чтобы только мимо приезжала эта белая с синей полоской машина. Стабильная маза с ганджу-баса. И второй, пожалуй, самый сильный огонь.